И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, енот, Робби и Кошак. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 1. Давно не было рубрики «Прятки, пацанчики, поздоровайтесь». Всем привет. Я буду первый искать, а пацанчики будут прятаться. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Даю вам одну минуту или даже 58 секунд. Как они все лихо побежали вовнутрь. Блин, говорю, смажьте двери. Скрипят жесть. Ой, я возьму марионетку. Она мне больше всех нравится. Это самый жесткий, сильный аниматроник, который может стать невидимым и с жопы укусить. Ну что, пацаны, вы запрятались? Да. Так, хорошо. Марионетка выдвигается на поиски. Кстати, эту карту обновили и теперь сделали, что надо на нее очень много модов скачивать, чтобы в нее поиграть. Штук 6 еще. Что тут можно 6 модов добавить? Так, давайте будем по порядку. Как давно у нас не было пряток, я так люблю искать. Потому что пацаны беспомощные, а марионетка убийца. Так, здесь никого. Кстати, я знаю, что самое лучшее прячется кошак. Он сюда какие-то классные нычки находит. Прикольные. Так, здесь. Меня вроде видно, а вроде не видно. Ну я по запаху тебя найду. Он как бы есть, но его как бы нету. Ты Виктора Кошака видишь? Нет, а он есть. Опа, кактус. А, какой-то кактус. А что это за препятствие? Бум. Блин, куча дыма, ничего не видно. Скачали эффекты на взрывы. Все такое красочное стало и мощнецкое. Так что, ребята, если вы хотите с нами записывать прятки, заходите в наш Дискорд. Ты что это было? Я ж не дернулся. Резкий, мощный взрыв. Что вы пиццу взрываете? То опять ремонты делать. Ничего, найду деньги. О, я кого-то вижу. Катурка летает. А ну иди сюда, я тебя увидел. Я тебя увидел. Увидеть увидел, но не поймал. Хорошо. Увидеть увидел. И сейчас убью. Нет. Слышишь, ты чё? Ну умри. Чё, не могу тебя убить. Я мелкий, потому что иди лучше это убей их, они там что-то взрывают. Не могу попасть. Я потому что белки. Я не могу попасть мышкой. Помогите. Да не помогу тебе, никто не поможет. Меня хотят убить. Я уже мышку чуть не разломил. Что за аниматроник такой? Хорошо, давайте возьмем вот этого. Может этот убьет? Нет, не убивает тоже. 7000 прицелов, какой из них убийственный? Хорошо. Вот это точно убивает всех. Я помню. Бум. Бедный Серега. Да я Серегу пришел. Не могу убить. Маленький скин. Я спрятался. А где он спрятался? Я убежал. Так, я слышу, кто-то дверями скрипит. А я знаю, где ты, Серега. Где? На карте FNAF 1. Ты угадал. Логично. Нет. Есть, наконец-то! Ой, это было близко где-то рядом у меня. Ага, значит где-то тут и кошьяк. Кошьяк. Опять срет. Да. Я вот не знаю, кстати, может быть, да. Он на кухне. Я думаю, что он на кухне где-то сидит. Нету его на кухне. Он. Не, он на кухне должен быть. Мне кажется, что он тут где-то был. Нет, его на кухне. Так, Балун Бой классно, кстати, так умочит. Даже рядышком можно мочить. И все. Опа, убил кого-то? Нет, я тут кушаю туалетные двери. Туалетные двери. Как тебе на вкус? Говёный вкус. Говёный. Воняет чем-то, по-любому. Так, енот написал, где он находится. А, нету его здесь. Ну это же не склад, да, вроде бы? Я все двери съел, но не нашел. Хорошо. Я технику не запасил. Там его нет в туалете, значит, он где-то в другом месте. Так, давайте сюда сходим. Там я уже был. По порядочку. Вот здесь вот по-любому кто-то сидит. Нету. Вот здесь кто-то сидит. Нету. Ух ты! Тихо. Мочил? Замочил? Блин, чуть не убил своего же. Ай. Виктор! Димас, Виктор! А, вот он. Ну, не попал. Давай. Гони его. А куда его гнать?
А где он? Я спрятался. Подожди, куда он засыкался? Зашкерился. Ого, тут бомб наставили. Нифига себе. Че, психи что ли? Димас, Виктор на улице бежит. Да? Нет, он не на улице, он куда-то свалил, не знаю. Да он маленький собачачий, но где-то заныкался опять. Сейчас мы его найдем. Я тут все столы пока снег. Надо стать невидимым. Надо, чтобы не палиться, а то они нас видят и убегают сразу. Я снова спрятался. Тут тарелки валяются. Да Серега все ж покушал тут, и ничего теперь нету. Он так, съел вот мой здесь стол, вот. Где я спрятал. А ты под столом сидел там? Да. А, я видишь, не увидел тебя. Да кто там не может дверь мне открыть? Так, значит, надо под машинами искать. Опять Серега здесь, ай-ай-ай. Так-так-так, Серега, я тут хожу по округе, никого не наблюдаю. Да я его поймать не могу, он шустрый засранец. Да, эти собачки тяжело ловятся. Убийца. Так, пацаны, давайте втроем ищем енота, по-любому где-то он сидит. Остался вонючий енот. А че вонючий? Ну, от енота воняет обычно. А, да, точно, я вспомнил. А вот он бегает. Да, я его тут в автоматах ищу. Так, а где он? Я его не вижу, пацаны. Он на улице. А, на улице. Так, так, так. Ищем, ищем, ищем. А чё я машины не могу кушать, как вы? А я могу. Это только из ФНАФа 4 могут. Понял. А, я его вижу. Я его вижу. Сейчас, сейчас, пацаны. Всё. Готов. Так. Ну что, Серега, давай теперь ты будешь искать. Раз, раз такое дело... Все, Серега, запрятались. Я запрятался. Буду за тобой наблюдать, за люстру играть. Ну все, кто не спрятался, я не виноват. Все, давай. Никто не виноват. А я буду смотреть, как ты это делаешь. Так, новые двери открылись. О, так ты за этого Фредди играешь? Да. Он прикольный. У него, кстати, текстуры поменяли. Теперь он такой блестящий стал. Как у кота яйца. Так, там никого нету, Сережна. Так, идем сюда. Так как старый дед ходишь. Это прикольно, кстати. Так, вот убил? Да, он пытался подорваться, тут смотри, С4 наложил. Ах ты самоубийца, на тебе. Вот это тебе откидало в конец пиццерии, аж ничего себе. Так, дальше. Так, пошел, пошел. Не просто пошел, а побежал прям просто. Что там, никогошеньки? На крышу пошли. На крыше. А, вас двое уже тут. Я сразу скажу, я внутри пиццерии, чтобы вы долго не искали сильно. Я тоже внутри. Не тратьте время на пустоту. Так, а я сейчас буду искать. Блин, а мне не видно, если я так получается, никто меня не найдет. Они тут, Димас, ай. Блин, я так сделаю, чтобы видно мне было. Давайте туда перепрячусь, потому что реально нычка очень имбова у меня. Пацаны меня никогда не найдут просто. Ого, вы там кричите, это жесть. Меня ищут просто. Просто шмякают все кнопки? Все съел. Убил? Убил. Ну, да. Так, теперь я один остался, пацаны, давайте. Сейчас тебя быстро найдем. Могу дать подсказку. Не, нас трое, зачем подсказка? Да подсказка тупая была бы, но хорошо, не дам. Слышали? Да. Ой, четко попал. Ой, красота какая. Так ты на улице. Не, я на улицу выкидываю гранаты из помещения. Вот это как я делаю? Блин, промахнулся. Вот жопа. Вот, четко. А! Отвали! Да нет, я ж добрый, пацаны! Я живой! Вы меня окружили. Живу. Просто ты когда стал видимым, у тебя такие лапы большие, я честно немножко аж дернулся. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока!